У знакомой пенсионерки отобрали квартиру, пока та лежала в больнице с переломом позвоночника в Смоленске. И двойной у нее это перелом правой ноги. Валентина Давыдовна обеспокоена положением соседки, пришла лично просить депутата помочь в решении сложного вопроса и восстановить справедливость. Подобные задачки Оксане Викторовне приходится решать ежедневно. По семейным спорам к ней часто обращаются. И эмоциональные истории, и много претензий к исполнительной власти, к моим коллегам. Поэтому, знаете, такой прием, он в основном разгребает все проблемы, которые скопились вот за это время. Олег Михалапов жалуется. Житель Голицына стоял в очереди на получение жилья давно. С объединением округа его позиция в списке сдвинулась более чем на сотню. Как быть и что делать? Теперь ответы на эти вопросы в поле зрения парламентария. Люди, которые стояли в очереди на квартиры, соответственно, они были четвертыми, а сейчас 104-ми. Я не знаю, насколько это справедливо, но такова данность, и как это решать, пока не понимаю. Но люди недовольны, и люди справедливо недовольны. Не все удается решить сразу. Вопросы разные. Порой требуют детального изучения, сбора дополнительной информации, подключения ресурсов. Жители Подмосковья беспокоятся. Из-за пандемии прошлого года дети не смогли поехать в Артек. Путевки были перенесены на 2021, но сейчас Роспотребнадзор отказывает им в поездке. По этой и другим проблемам парламентарию предстоит провести большую работу. Мария Шматкова, Евгения Уголькова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».